Кстати, вот отсюда видно пагоду. Пагода высокая, достаточно выше кедров стоит. Кедры тут приличного размера. Попозже туда сходим. То есть я сейчас обошел где-то, наверное, там совсем маленькую часть, может быть, четвертиночку этой всей усадьбы. Какие-то кусты растут. Везде, конечно, уже проведено электричество. Очень интересно сделана крыша. Бамбук нарезанный на полоски, уложенный вот таким 5-сантиметровым слоем. Он, наверное, скорее всего, как утеплитель, а сверху какой-то мох. И вот такие вот фанерочки, чтобы вода оттекала от дома. И можно закрывать было еще и окна, скорее всего, зимой, наверное. Или чтобы не напали самурайские враги. Это, наверное, была какая-то курилка у самураев. Тусили они тут. Ох, тут еще домики, я их даже и не видел.